Дополнительно 40 миллионов рублей выделено на благоустройство нижегородских дворов и сетей освещения. Такое решение приняли депутаты Гордумы Нижнего Новгорода. Также народные избранники предусмотрели дополнительные средства на вывоз мусора с нижегородских кладбищ, устройство контейнерных площадок, утилизацию рекламных конструкций и на продолжение работ по архитектурно-художественной подсветке города. В ходе обсуждения депутаты одобрили увеличение бюджета на 174,5 миллиона рублей. Средства удалось привлечь в бюджет за счет налоговых доходов. Вот как прокомментировал поправки в бюджет глава города Юрий Шалабаев.